предновогодние дни, атмосфера праздника, никому не хочется работать, да никто, собственно, и не пытается. За исключением безымянных героев, занятых обеспечением той самой праздничной атмосферы. Для нас, конечно, нет более абсурдной приметы, чем как встретишь Новый год, так его и проведешь. Ну чё расползлись, как крысы по кораблю? Строй! Равняйся! Пирна! Новенький, опаздываешь! Строй! Ты что, не понимаешь, что это сейчас самая страда, самая путина? Зимний день весь год кормят. Что у тебя борода? Как мочалка. Посмотри, Титова. Борода длинная, до самых шариков на елке. Не дыши, на снегурочку растает. Аллочка, а я вас в снаряд не ставил. Мы же с вами хотели порепетировать. Отелло и Дездемона. Скорее уж жабу с Дюймовочкой. Разговорчики! А я добровольцем. Добровольцем? Да. Я вот новенького стажирую. Какой-то ваш новенький не новенький. Налей! Да не на то лево! Шагом! Арс! Запевай! Мы красные кавалеристы и про нас. Мы винники и чистые ведут рассказ. О том, как очень ясные, о том, как мы не ясные. Сашенька, сынок, помоги мне. Бегу, мам. Так, скоро гости придут, ставь скорее на стол, только не урони. Угу. Что, папа возвращается? Это для Милы. Тетю Милу помнишь? А папа когда? Не знаю. Конечно. Это ж Северный полюс. Там мобильники не ловят. А письма полгода идут. Мам, а Дед Мороз придет? Ну, конечно, придет. О, это он. Беги скорее, открывай. Привет. Держи. Здравствуй, Дедушка Мороз. Я подарки вам принес. Здорово, Пашка. Я не Паша. Это Саша. Сашка, здорово, подержи-ка. Ну и что, стишок выучил, а? Песенка там чего? Давай. Мы ищем таланты. У кого талантов нет, в детский дом отправит дед. О, понял? Сами стишки свои читайте. У вас борода на резинке. Да вроде ничего. Ты ж правдоруб. Молодец. Это папины тапки. Тихо. Были тапки папки, стали детки тапки, понял? Давай.
ладно, не расстраивайся. Придет папка, вернем тапки. Лорик, привет, с Новым годом. Привет. Гоша. Спокойно, спокойно. Пардон. Куда, туда? Проходи. С Новым годом. Ты что устроила? Я тебя о чем просила? Устроить праздник для Сашки, понимаешь? Ага. Нужен был настоящий Дед Мороз, а не этот. Ну, так это ж Гоша. Да вижу, что Гоша. Ну, ладно. 10 лет в одном классе, от звонка до звонка. Отдельное спасибо за встречу одноклассников. Ну, ладно тебе, Лорик, ну, прости. Может, это моя судьба. Я вот верю в новогоднее чудо. У тебя этих чудес? Алик, Боря, Виталик, теперь Гоша. Алфавиту пошла. А ты тоже мне подруга. Могла бы и порадоваться. О! Ура! Так. Гоша, о чем мы в тишине? Давайте их включим. Алло. Алло. Здрасте, мне нужен сейчас Дед Мороз. Ну что ж вы так? Заранее-то не подумали. У меня все Деда Мороза расписано. Да я понимаю, мне очень нужно сейчас. Сейчас? Да. Ну, сейчас посмотрю по базе. Есть окно, да, причем ведущий артист нашего театра. И сколько? Суточные, срочные. Сверхурочные, народные. Сколько? 15 тысяч. Хорошо. Ну что ж тогда, давайте адрес, имя. Улица Качалова, дом 12, квартира 15. Саша, 7 лет. Значит так, только большая просьба. Вы с артистом насчет денег ничего не говорите, да? Ну, служение муз не терпит суеты. Да, пожалуйста, поскорее, очень жду. А я вам номер карточки скину, да? Хорошо? А где все-то, а? Так, кого же, кого же, кого же, кого... О. Боюсь, для меня так останется загадкой, почему ни один отец семейства не в силах выпустить Деда Мороза, не влив в него хотя бы рюмку крепкого. До свидания, Машенька. Веди себя хорошо. До встречи в следующем году. Ну что, ну как вы? Сейчас, секундочку. Товарищ, я вахту не в силах стоять. Фух. Вот, сейчас станет лучше вам. А вообще все? Что все? Все. Что значит все? Ну, на сегодня все. Еще завтра, что ли? Да. Господи, как вот так каждый день? Держите. Алло? Еще один заказ на Качалова. Срочный. Да. Что? Подождите, да как же так? У меня же еще бабушка, я же... К бабушке должна елку наряжать и там прибраться как-то. А кто тебя просил добровольно вызываться, а? Могла бы в театре посидеть, порепетировать разок-другой, Аллочка. Я же вам говорил, со мной надо дружить. Карабас? Еще один заказ. Вы вот что, вы езжайте,
А я как-нибудь одну квартиру осилю. Как это? А? Подождите, как это вы без Снегурочки-то? Времени 10:00. Всем внучкам пора спать. Только я прошу вас, вы мне термос оставьте, ладно? Конечно. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо. А? Когда я был ребенком, я не понимал, почему взрослые не отмечают Новый год каждый день. Кажется, понял. Молодец. С Новым год! Здрасте. Ну, наконец-то. Где ж вы ходите? Проходите, пожалуйста. Снегурку провожу. Понятно. Где ребенок? В комнате. А, как зовут? Саша. Саша? Вручите. Сколько лет? Сколько? 7. Сейчас, ладно, разберемся. Шел я лесом из-за гор. К вам пришел я. Коллега! Коллега! Ну-ка. Ты подарки всем принес? Опоздавший, Дед Мороз. Мороз? Сейчас, секундочку, минута славы. Прочитаю я стишок, а пока... На пасашок. Где ребенок? В комнате. Ага. Показывай подарки. Да подожди, что ты лезешь-то? Что, дай выберу подарок себе. Слышь, Сутулый, ты Дед Мороза не зля, а то без подарка оставлю. Он что-то не понял. Сейчас кого Сутулый назвал? Где склероз? Гоша. Да тихо ты. Так, Дедушка Мороз. Ты что, я не понял? Гоша. Хватит. Спасибо большое. Мне кажется, вам пора. Гоша, давай я тебе помогу. Благодарю, что пришли. Больно как. С Новым годом. И тебя, Ларик. 100 лет не виделись. Большое спасибо, что пришли. Ну, Ларик. Хорошего вечера. И вам также. Гоша! Гош! Ты живой? Да мне привела. Нам на елку. Ой-ой-ой. Дед Мороз пришел живой. Что за щеки? Что за нос? Он подарки нам принес. Есть подарки. Борода-то борода, а на шапке-то звезда. А-а-а. На носу-то крапины, а глаза-то папины. Молодец! Молодец ты, Сашка! Подарки я тебе приготовил. Сейчас. Держи. Ой, нет, это не. Ого, походный. Нет, нет, нет. Это не то. Давай соберу. Ты чего, малыш? Вот подарок. Никакой вы не Дед Мороз. Он бы знал, чего мне больше нужно. Саш, ну ты что? Ну смотри, это настоящий Дед Мороз. А ведь раскусил ты меня. Ну, конечно, не Дед Мороз. Настоящий Дед Мороз, он кто? Он главнокомандующий. Он детям подарки отправляет, а мы их доставляем. Нас знаешь, сколько у него? Прям армия, что ли? Армия, флот. Этот, как его, ВВС, МВС. Морозно-воздушные силы. И все на оленях. Я от чего? Дед Мороз 3-го ранга. Но и я кое-что знаю. Например, про маму твою. Она, когда была чуть старше тебя, в летнем лагере, пошла в поход с отрядом. Там с камня на камень прыгала. Да ногу подвернул, и один вожатый потом ее тащил у себя на шее всю дорогу, а? Было такое, было. А про папу? А про папу? А папа полярником мечтал стать. Так он стал. Он на полюсе сейчас, в экспедиции. Че, серьезно? Да. Здорово. А можете у себя там спросить, когда он домой вернется? Нет, этого я спросить не могу. Это только самый старший может. Но он вернется.
обязательно вернется. Ладно, Сашка, пойду я. Спасибо, внучка. Спасибо, дедушка. Ну, расти молодцом. Пока. Полярник, значит? Да. Ну, давайте увидимся. Эх, вы сани, мои сани. Ну-ка, полетели сами. До свидания, дедушка. Увидимся. Слышь, дедуля, ты кого это сутулу назвал, а? Тебя, Гошек. Тебя, мой золотой. Опа. Димка! Буратино! Ну что, мужики, все Снегуру свою схватали? Иди ты, с Новым годом! С Новым годом! Ну, Танюш, ты как? Пойдем ко мне, я же здесь живу! Да ладно, приехал! С Новым годом! Я должен завтра в школу! Ну что, братва, всем привет! Как вы догадались, с вами снова я, Гоширак. И в сегодняшнем обзоре у нас лапшичка, рамен с палтусом. Заглянем, что внутри. Как обычно, зеленушка, вилочка, по классике, и улучшайзеры. А где же палтус, спрашивается, а? Гоша-цан. Знакомься, моя новая ассистентка, милочка. Мэй. Можно просто Мэй. Не спим, заливаем. А пока наша лапша заливается, запаривается, у нас традиционная минутка рекламы. Оставайтесь с нами. Это что? Да, слушай. Так, творческий поиск. А это хромакей, вот камера. Свет, грим, костюм, все дела. Видос тут пишу, ролики. Какие? Зацени. Ну что, братва, всем привет. Как вы догадались, с вами снова 1,5 миллиона подписчиков. Полтора миллиона? Это ж 20 Верхнерубансков. Да ты даешь. Гастрит хронически с этим видосом. Это я понимаю. Мне тоже, знаешь, давит иногда. Че за фотка? Это кто? Дочура? Да, Светка моя. Дочура. Бизнес. Держи. Подарок. Только пыль собирает. Мне цветной нельзя. Не-не-не-не. Я сегодня чуть не помер. И давай завтра опять с утра. Без меня. Так, без разговоров. Подарок Деду Морозу на Новый год принимай. Гош, вообще-то это мой коньяк. Лежи, милая, отдыхай. Слушай, ты же 2 года за Лариской ухаживала, а это... Ой, скажи, когда это было? Она сейчас за Савельевым уже давно. За Савельевым? Он вроде в полиции работал. Он что, полярником стал? Скоро за полярником станет. Ему по линии городской администрации путевочка корячится по воркутинским курортам. Лет на 6, как минимум, не обидит. Да ладно? Да. Он же честный был, за что? Бедный парень. Честный? Не работай в ментовке. Честно работаешь в ментовке, не копай под мэра. Честно работаешь в ментовке, копаешь под мэра, не удивляйся, чё. Ты вообще как, каким ветром? Ты же в Москве сейчас. Из редакции прислали, делать репортаж. О чём? Об копчём, наливай. Давай, Милка. Ну что?
Привет. 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 Здорово. Привет. А вы чего тут стоите? Привет. Ой, как все прошло, Дмитрий? Пойдемте репетировать. Сейчас, сейчас. Дима. Вот твой гонорар за вчерашний дебют. Добро пожаловать в мир иллюзий и грез. И нищеты. Че так мало-то? Договаривались на большую сумму, плюс сверхурочные. Налоговая была, что-то посчитали. И с нашего юридического счета. Ам. Деньги были, деньги будут. Денег нет. Это что такое? Директор лжи. Детектор лжи. Я понял. Откуда? С игрушек. Ничейный. Какой же он может быть ничейный, когда он уже мой? Кто? Пойду дармоедов протестирую с пристрастием. Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как дела? Ну и типа... Как типа? Что это такое? Вы что, издеваетесь надо мной? Правда, ну как типа? Ну, мы же с вами здесь репетируем. У нас должен быть какой-то, я не знаю, ну, обмен энергии, понимаете? Диалог. Надо как-то расправить грудь. Дышите. Или макушку, к солнцу. К солнцу надо тянуться. Да у меня макушка с утра раскалывается. Стоп! Так, теперь мы ответим на вопросики. Неудобные для вас. Кто поздравляет по левым адресам, а? Кто на детей дышит перегаром? А кто в рабочее время бегает по бабушкам туда-сюда? А? Ну, кто первый, давайте. А, Игорь Евгеньевич, давайте я первый. Давайте с меня начнем. А, например, кем я работаю? В смысле? Я журналист. Я работаю на московское издание. Вчера ночью я собирал компромат на местного мэра. Не работает. Ну, сами проверьте. Ну, спросите его, например, про налоговую, которая деньги актеров зажала. Да, я вижу, что не работает. Да. Продолжайте репетировать. Игорь Евгеньевич. Да. А вот можно волка заменить? А что это волка заменить? А чем тебя этот не устраивает? Волк не рабочий. Он рабочий. Так тебя не спрашивают. Но. Волк не рабочий. Ведь волк это что? Ведь волк это же зверь. Вот. Дмитрий, а вы можете помочь? Я слов не знаю. Ну просто вы рычите. Рычите. На меня напирайте, да? Вот вы волк, да, зверь. И еще громче. Говорите. Вот сильнее, как. Ну как волк. Да. И можете вот так вот меня взять, да. И прижимайте. Да, как на жертву. Да. Все, дошли дальше. Ящик. 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 Меня надо в ящик. Одну? Пока одну. Ладно? Закрывайте крышку. Да. Ну и что? Потом Ахалай. Ахалай. Открываем. А где Алла? Девочка, отойди! Я спрашиваю, где Алла? Где она, а? Девочка, стой! Стой, девочка, говорю, куда Алла дела? А где Аллочка? Магия. Мам, а вчерашнего не Дед Мороза? Его ведь ты позвала? Ты что? Нет, он сам. Но он же сам сказал, что он не настоящий, третьего ранга только. Ну хорошо. Позвонила я вчера в их Дед Морозовский штаб и говорю, прилетайте, Сашке подарка не досталось. Вот он и прилетел. А номер их ты где взяла? А тебе зачем? Интересно, а где они свой номер оставляют?
Ну, мам! Вот, в газете. Вот тут. Добрый день! Бабушка! Да ты мой хороший-то! Ну, пойдем, пойдем к тебе. Пойдем. А вот и подарок. Ух ты, мам, смотри. Вот. Это мне вчера настоящий не Дед Мороз подарил. Уже почти все собрал для экспедиции. Нина Львовна, можно вас на минуточку? Да, иду. Я сейчас вернусь. Прекратите поощрять эти Сашкины фантазии по поводу поездки на Северный полюс, в экспедицию и так далее. Лариса, ты не понимаешь? Он собирается ехать не на Северный полюс. Он собирается ехать к своему отцу. Да, который наплел ему черти что. Нина Львовна, пожалуйста, очень вас прошу, надо сказать Сашке. Только я... Только что? Ну, я не знаю, как сказать правду. Я несколько раз подходила к нему, пыталась, мне ничего не сказать. Лариса, пойми, не вся правда бывает во благо. Оставь пока все как есть. А там как-нибудь разрешится. Ну, в смысле, как разрешится? Саша? Саша. Мама, я скоро вернусь. Правда, приправда. Это вы, не Дед Мороз? Как вычислил? Тут такое дело. Сашенька, сынок, я должен буду уехать на какое-то время в экспедицию на Северный полюс. Не грусти, ничего не бойся, все будет хорошо. Не знаю, когда обратно, надеюсь, скоро, но... Если не скоро, все равно я вернусь. Я вас с мамой очень и очень люблю. Он же всегда мечтал на полюс, в экспедицию. Они рады совсем. И мама с бабушкой себя ведут так, будто ему плохо. Надо его оттуда забрать. Я не знаю, может, вы и не настоящий Дед Мороз? Но мне больше некому. Так это что за дела? Быстро ответил матери и сказал, где ты есть. Ты хочешь, чтобы я тебе помогал? Слушай меня, отвечай. Алло. Алло, алло, Саш, Саш, ты где? Тюзи. Нам туда. Сиди там. Ты что, реально из дома сбежал? Ага. Угу. Все, садись. Жди маму, а я попробую что-нибудь про твоего отца разузнать. У самого главного? Боюсь, самый главный не в курсе. Похоже, что все это проделки Черномора. Вот нарою что-нибудь на него, глядишь, в редакции, вернее, в штабе, новую снежинку дадут, а то 40 лет, а все по провинции мотаюсь. Я с тобой. Сиди, сказал, куда со мной? Мать, весь город поди. Обижала, с ума сошла. Со мной он. Костюм охраняй. На. Пойду.
Вы кто? Серьезно? Ты посмотри на меня. Мешок, посох. Я дедушка. Ну? Дедушка. Я в армии, когда служил, тоже перед дембелем дедушкой числился. Но на КПП мне пропускной режим никто не отменял. Мне в бухгалтерию надо поздравить с Новым годом. У них там годовой баланс сошелся. Алло, гараж, я Дед Мороз. Пропуск. ФИО. Ты мерзлота вечная. А хорошо ли себя вел в старом году Шестериков Константин Викторович, а? А вы с какой целью интересуетесь? А то непорядок получается. В бухгалтерии праздник, а у Шестерикова разве нет? А? Алло. Извини. Не отвечаю. Когда в бухгалтерии узнают, прям новогоднее поздравление сорвал. Не мою фамилию с 7 миллиардов будут вычислять. Понятно тебе? А это что такое? Снегурочка? Снегурчик. А вообще, я Миры Марковны внук. Миры Марковны? Да, Миры Марковны. Нас на празднике ждут. Да, нас ждут на празднике. Мы гвоздь программы Миры Марковны. Позвонить, может быть, мне самому Мире Марковне? Нет, я звонил. Я звонил, но просто они не отвечают. Я перезвоню, давай. Да, не надо звонить. Если к Мире Марковне, то проходите. Мы пойдем. Да. Оставьте подарок. Оставьте. С Новым годом. Давай, откуда ты взялся? До свидания. Бухгалтерия в другую сторону. Ну, слава зайцам. Не понял. Дорожку. Это не то, это... Ага, школа номер 6. Реконструкция. Похоже, мэр тутошний сошелся с вашей директрисой. В каком смысле? Да не в том. Пока все ограничивается регулярными траншами из городского бюджета на благоустройство школы. О, бассейн! В нашей? Ага. А в чем же ее благоустроили? Вот именно. Держи. Это смерть Кощеева. Секундочку. А ну-ка не двигаться. Что вы здесь делаете? А мы... Это... Мы... Так, ну-ка. Ну-ка, что это у тебя? Беги! Шпиона поймал. Ну, в смысле, Деда Мороза.
Колесников Дмитрий Дмитриевич. Ну что же вы, Дмитрий Дмитриевич-то, ну? Ну что же вы напрямую-то ко мне не обратились по всем интересующим вопросам? Ну, собственно... Вы из горя решили в окно выброситься? Сосулю приложите к синяку. Ну, обратился бы я к вам. И вы бы предоставили мне всю финансовую документацию по благоустройству школы, да? Почему нет? Это у нас, как говорится, не закрытая тема, тем более для прессы. А в чем, собственно, дело? В чем дело? Дело в том, что не было никакого благоустройства. По документам они отчитались. Инициировать проверку по каждой копейке переведенной. Дмитрий Дмитриевич, городишко-то у нас небольшой, но даже тут случаются, как говорится, всякие казусы. Но если пройдет сигнал, то мы, конечно же, примем меры. Угу. Видимо, про арест Савельева вы тоже не в курсе. Ну, почему? Ну, полицейские под следствием, это у нас не часто. Но я-то власть исполнительная, а вину Савельева судебная власть будет определять. Да. Ну что ж, проводите, Дмитрий Дмитриевич. Аккуратней. На выход. Через полчаса, чтоб все платежи по школе были у меня на столе. Там в архиве просто вердном все, я не успею. Вот поэтому у тебя 29 минут 50 секунд. 49, 48, 47, 46, 45. Быстрее! До свидания, Дмитрий Дмитриевич. В следующий раз... Так легко не отделаешься. Ты все еще здесь? Тебя жду. Пошли, пошли, пошли. Дай руку. Ой! Куда? Должен мне сегодня кто-то до конца оторвать голову. К матери твоей. Пошли. Кому там не имется? Да? Колесников Дмитрий. И у тебя в ТЮЗе работает? В театре. И работают, а служат? И дальнейшую службу ты будешь у меня нести гардеробщиком. Я тебя о чем спросил? Колесников, да. Работает. Уже нет. Так точно. Уволен по статье без выходного пособия. Клоун. Лариса, не мельтеши. Нина Львовна. Саша! Сашка! Боже мой, Саша, где ты был? Мы ж чуть тут с ума не сошли. Все хорошо со мной. Мы с ней Дедом Морозом пошли папу выручать. Из Черномерии. Какой Черномерии? Руки холодные, как у ледышки. Ты не мог бы мне объяснить, что ты тут делаешь и что ты Сашке наплел? Слушай, Колесников. Я наплел. Про Северный полюс или про экспедицию? Колесников! А зачем ты его с собой потащил? Саша, куда ты? Саша, подожди меня! Меня вообще кто-то здесь слышит или нет? Ты во что его втянул? Мам, он меня не втягивал и не тащил. Я сам притащился и втянулся. Правда-приправда. Я его здесь оставил, чтобы он сидел и тебя ждал, а он... А как бы ты тогда в архив попал, если бы не я? Саша, какой архив? Люди! Что? Ты уволен. Сходил в архив. Ни материала, ни репортажа. Игорь Евгеньевич, ну что делать? Ну зачем это так? Что? Журналист я. Приехал написать статью про эту Шарашкину контору. Так ты журналюга. Из Москвы. Под мэра копал. Детектор сработал, а я тебе доверял. Что-то я погорячился. Ты не просто уволен. Ты уволен по статье без выходного пособия! Не, оставьте его. Ну, без него же скучно будет. Не, ну нормальный же мужик. А. И мне он тоже понравился. А с вами я позже разберусь. С пристрастием. Евгеньевич, не надо.
Это что? Смерть Кощеева. Иван Абрамович, я дозвонилась до Колесникова. Благодарю. Что, уволили? Из Дед Морозов. Из выходного пособия. С позором. А откуда вы знаете? Мэр твой только что звонил. Папочки, они там какой-то не досчитались. Испугались. Подумали, что мы действительно можем им там что-то устроить. Ну, мы же можем. Ну, у меня все доказательства на руках. Мэр захолустного городка пилит бюджетные деньги на ремонтах местной школки? Колесников, мы новостной. Новостной портал. А это что, новость? Нет. Верни им папку и иду обратно в офис. По дороге напишешь репортаж. Расскажите, Сашке, правду. Это его жизнь, не его жизнь. Какую правду? Мам, о чем рассказать? Дмитрий Дмитриевич, Руслан Карпович поручил мне взять для вас обратный билет и проводить вас до поезда. Папку можете отдать мне. Саша, ты уже взрослый мальчик, поэтому... Саш! Ты взрослый и должен знать. Твой папа сейчас в тюрьме. Этого не может быть. Саша, ну ты могла как-то помягче. Данила Львовна. Саша. Саш, стой! Извините. Саша! 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 Ну где он? Да. Мальчика небольшого роста, в такой голубой курточке. Да, вот такой вот. Нет, не видели, извините. Нет. Саша. Не надо вам-то, перестать можно перечитать. Справились. Крутые. Сейчас мы еще целого тебя отметелим. Тебе хана, умник.
Спасибо. Послушайте, Дмитрий, если вы не прибудете в Москву на этом поезде, вас уволят. Помните об этом. А до отправления поезда вам осталось 7 минут, 13 секунд, 12. Прям с поезда сняли пацана маленького. И куда это он намылился? А полюс северный, Зайцев, прикинь. Так, бабуля, чем торгуем? Ой, сыночки, это с пирожками. Угощайтесь. Разрешение на торгу. Саш, за тобой папа пришел. Здравствуй, сынок. Здравствуй, папа. До свидания. Чего это с вами? Ты когда-нибудь слышал, в чем разница между теорией и практикой? Пойдем. В теории я прогуливаю, как спрыгнуть с электрички на полном ходу. Там сгруппироваться, покатиться, погасить энергию удара. А на практике сиганул солдатиком, ладно, хоть в сугроб попал. Вообще без ног остался. А зачем? Вы же сказали, мне все рассказать. Мне и рассказали. Ты че на Северный полюс поперся? А? Не поверил? И теперь не хочу. Папа в тюрьме. Дед Мороза не бывает. Добро не побеждает. Так ведь? Ну, типа того. На практике. А в теории... Что? Что? Откуда я знаю, что? Пока не проверишь, не узнаешь. Ну, а что бы не попробовать? А папка где? Мэру отдал. И что теперь? Что теперь? Ну а где должны быть еще платежки мэрии и школе за благоустройство? В мэрии и? В школе. У директрисы. Вот в ее кабинете. Только как туда попасть? За драку, сразу же. Сумеешь? Вообще не вопрос. Подожди, стой. Пошли. Что случилось? Вы в порядке? Он чуть без ног не остался.
Что? Я... Ну-ка, садитесь скорее. Да. Так, осторожно. Да что? Господи, где? Что это, вывих просто? Больно? Тихо, здесь? Тихо, тихо. Все нормально. Как все нормально? Подождите, вы мне звоните, пугаете меня, сейчас говорите, что все нормально? В общем, я решил довести все дело до конца. Но без вашей помощи мне не справиться. С другой стороны, я не могу рисковать вашей работой. Меня уже уволили, а вы... Рисковать моей работой? Между прочим, у меня потрясающе получается, Снегурочка. А вы еще не видели мою графиню Вишенку. А вот недавно я получила за мышь-полевку премию района. Ты мне сейчас что предлагаешь? Спасти честного человека? Даже не знаю, не знаю. Итак, благодаря нашему чудо-ящику, вся эта история становится реальной. Вы откуда тут? Ха. Да как тебе сказать? С нашим мэром не забалуешь. Один раз оступился, вот поверил парнишке, и все. Ладно бы в Сибирь, а то в школу сослал. Такую карьеру на взлете загубил. Ну, извините. Да ладно, чего уж теперь. А вот на дедушке на твоем я бы отыгрался. Я же сказал, дракон зеленый, глаза красные. Палочка, проходите. Игорь Евгеньевич. Что такое? Я бы хотела с вами, может быть, репетируем? А какую сцену? Ну, может быть, что-то не из тюзовского репертуара. Дорогие ученики, у нас сегодня важное мероприятие, и сам мэр будет присутствовать на нем. Поэтому быть вежливыми, улыбаться, не драться. Вы ведь наш образцово-показательный класс. Все понятно? Да! Ну что ж, не пуха! За вчерашние вопросы об исключении поставят. Уже мамочке нажаловался. Чего это нажаловался? Фингал, смотри какой. А, это тебе мобилку купили на ворованные деньги, чтобы не плакал. Чего это на ворованные? У самого главная папка уголовник, а на чужих родаков квакаешь, да? Сейчас же! Ой, сыночек, сыночек, что ты как? Все хорошо. Все хорошо, да? Да, хорошо. Да, да. Немедленно мой кабинет под замок до прихода родителей. Ой. Ты что ж такое? Так, секундочку. Мне на ваш зверинец пропусков не давали. Так что давайте, ФАС, профиль, удостоверение личности. И вещи тоже к досмотру. У нас тут школа, между прочим. Так, что здесь? Головы. А зачем так много? Запасные. Я запасливый. А у нас репетиция. Так, а мне-то что у вас репетиция? У меня тут школа, порядок должен быть. Ну... Пропустите артистов.
У них репетиция. Под вашу ответственность. Проходите. Спасибо. С наступающим. Чего я тут стою вообще? Пошел. Меня здесь не тут. Ту моду взяли, как эти. Смотри у меня. Что первый и последний раз. На месте. Давай искать. Люди! Школьные конференции. Не то. Ау! Предательство! Заседание совета школы. Дальше, Саша. Давай, раз, два. Ну так тебе сказала, Фуга. Товарищ Федрук, а? Что? Товарищ Федрук, у нас спектакль, это подруга Розыскова. Можете оказать помощь посильную, а? Что опять случилось? Ну да, я вам сейчас по дороге все объясню. Пойдите, пойдите. Вот, товарищ Федрук, полюбуйтесь. Полюбуйтесь, а? Опа! Прям издевательство какое-то, а? Горшок ручкой внутри. Эй, все, вы мне тут не это. Спектакль здесь каким боком? Да, мне громулечку надо для куражу. Есть чем-то расковырять. А? Так, даже не мечтай. Завуча нашего не знаешь. За километр учует. Мы с вами договаривались, что учебники по биологии мы младшим классом не показываем, понимаете? Да что? Прячем, прячем. Значит, вы плохо прячете. Да что вы так вам? Это естественная природа. Да мне чуть-чуть надо. Есть для тебя какая-нибудь? Ключи. Ключи есть? А? Подожди. Только быстро. Угу. Спасибо. Да что такое? Долго еще? Да мне эта бутылка в кошмарах снится будет. Да я сам справлюсь. Ты до завтра будешь телебонить. Да сейчас все будет. Да что за фигня? Здравствуйте. Здравствуйте. Прям вдребезги же, а? Так, что тут происходит, а? Распивать спиртные напитки в учебном заведении запрещено! Я за шваброй. Какие напитки? Это что такое, а? Плановая дезинфекция. Плановая дезинфекция, да? Может быть, мы еще и курим? Обокрали! Что? Ключи украли! Что значит обокрали? Какие ключи? Иди сюда, я тебе сказала! Реконструкция школы номер 6. Стоп! Есть. Девушка, дайте телефончик. Да что? Ты! Иди сюда! Господи, да что здесь вообще происходит?
Поехали! Слушай, дай телефончик. Ну вот, вот он я, вот это. Да, а? А, возьми. Ай, набери. 20274. Алло, алло, школа? Это директор Тюза. Артисты приснимали, да? Да, артисты пришли. Снегурочку задержите. Понял. Задержи Снегурочку. Что? Задержи, говорю, Снегурочку. Стой! Снегурочка! Так, стоп, пропуск. Я директор театра, я вам звонил. И что мне теперь? Пропуск. Извините, великодушно, других трусак оставил. Наталья Петровна! Наталья Петровна! Игорь Ильич, вы что такое видите-то? Здесь ведь школа, дети. Пойдемте к трудовику, он что-нибудь придумает, пойдемте. Денег, какие-то сплошные сюрпризы. Под вашу ответственность. О, здрасте. Вот костюм. Снегурочку сейчас приведу. Ну что, готовы? Ши-ши-ши-ши. Побыстрее, побыстрее. Ну. Ну задержите немножко, задержите! Да что ж такое? Так, давайте, на поклон, зайчики, снежиночки мои хорошие, давайте. Да что ж такое-то? Само собой, данное мероприятие было бы в приоритете по отношению к прочим. Одевается. Ведь дети – это наши будущие избиратели. Наталья Петровна, скажите, пожалуйста, в должной ли мере городская администрация печется об образовании и простых детских радостях? Само собой, более чем. Госпожа Арцишевская, недолго еще лицом торговать? Спасибо. Пройдемте, пожалуйста, со мной, Руслан Карпович. Осторожнее. Пройдите сюда. Пересядьте. Вот сюда. Сюда? Да, присаживайтесь. Спасибо. А где Снегурочка? Руслан Карпович будет. Пока снежинки. А. Давай, 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 давай. О, Снегурка. Спасибо. Не мешайте. Всех уволю. Я запер? Да, иди посмотри. Вон, справа. Не понимаю, запирал точно? Угу. Сейчас, сейчас исправим. Действуй только тихо. Понял? Вы сейчас идете на сцену, играете свою роль на высоком художественном уровне. А я, может быть, пересмотрю вопросы вашего увольнения. Ага, давайте. Давайте, давайте, давайте. Браво, браво!
начинаем. Да уже идем! Что такое-то? Здравствуйте, ребятки! Здравствуйте, зверятки! Кто пришел? Что принес? Знаем мы. А костюм? Аллочка, костюм забрала? Забрать забрала. Это хорошая новость. А плохая? Будем импровизировать. Вот и я, Дед Мороз. Я подарки вам принес. Пришел сюда к вам с Камчатки, потерял свои перчатки. Ну, немного заболел, вот и голос мой осип. Здравствуй, дедушка. Шапку потерял. Это я, твоя внучка, Снегурочка. Здравствуй, внученька. Здравствуй, умница. Что же с твоим голосом? Почему он такой странный? Говорю же, из Камчатки. Потерял рукавицы. И голос стал, как у девицы. Дети, скажите, а похож он на Деда Мороза? Нет! Зверята, зверята, идите сюда. Ну-ка скажите, похож ли он на Деда Мороза? Нет! Даже карабас какой-то. Дед Мороз не настоящий. Так было задумано. Хорошо себя вел? Хорошо, дедушка. Молодец! Морозные духи, вы посмотрите, кто здесь! Мэр, всем взрослым привет! Похлопаем, похлопаем! Руслан Карпович, прошу, прошу, расскажите, как вели себя. Проходите, вот дупло
пожалуйста. Наталья Петровна, а вы от имени учителей расскажите, как год прошел. Доложите. Вот, прошу, проходите. Что же вы меня раньше-то не предупредили? Так, начнем, пожалуй, с мэра. Ну, Руслан Карпович, как глава города, что можете сказать об уходящем годе? Ну, хочу сказать, что... Что за последний период было проведено столько-то процентов озеленения, посадки-высадки, тому подобное, это мы знаем. А что у нас со школой, Наталья Петровна? А в этом году школа... Было проведено внеклассных часов столько-то. Воспитали, перевоспитали, отремонтировали. А все ли родители согласны с деятельностью школы, а? Да, Дедушка Мороз! С вами все понятно. А вот я вижу, бабушка там сидит. Бабушка, вижу, мама. А где папа? Так ее папа в тюряге сидит. Ну тогда вопрос, вел ли себя папа хорошо, автоматически снимается. Папа хороший, он не виноват. Тогда иди сюда. За папу ответ держать будешь. А ну-ка, папа. Что это у тебя? Реконструкция школы номер... Прекратите немедленно этот балаган. Финансовые документы нашей школы не подлежат обнародованию. Тем более на детском утреннике. Какие документы? Вот эти документы! Так, посмотрим-ка. Да судя по платежкам, у нас что тут такое, школьный стадион с теннисным кортом. А колобу поедешь, да тренажерный зал с 25-метровым бассейном. И что, реально попасть в такую школу? Ничего себе. Хогвартс отгрохали. Где деньги, Зин? Что я буду за это? Здесь, здесь. А кто будет отвечать? Кто будет отвечать? Потому что я этих денег и не видел даже. Потому что я вообще не понимаю, про какие вы деньги говорите. Вот вам мои деньги. Ах ты! Волки! Вода! Держи его, ребята! Иван Абрамович, посмотрите. Смотрите. Откуда столько просмотров? Еще и суток не прошло. Так там один из родаков, весьма кстати, оказался ютубером-миллионником. Галя, срочно мне всю информацию об отставке мэра. Иван Абрамович, из Ньюсвит звонили в ведомости и коммерсанта, просили контактами Колесникова поделиться. По дружбе. Слетели стервятники. Вау! Первый ролик в топе! Так и второй, и третий на ту же тему. Все внимание! Кто дозвонится до Колесникова? Повышение! Все понятно. Угу. Работаем! Let's go! Ну как? Гениально! Как всегда.
Чтоб загадать подкаст.